вы пишете какой-нибудь отчет. Вы его пишете для чего? Бумагу испортить? Он, наверное, кому-то нужен зачем-то, да? И вы в связи с этим можете ему рассказать вот это, и уверены, что именно это ему и нужно. Вы можете это у него выяснить, вы можете еще что-то, но вы понимаете, что вы должны этой своей работой создать какую-то ситуацию. И вы проверяете, а какие он отчеты смотрит, а какие он прохвалил, а какие нет. Сравнили, вы понимаете, куда вы идете. После этого осталось просто дойти, и вообще нет проблем никаких. Если мы сделали отчет, после которого начальник сказал, боже, наконец-то кто-то сделал то, что мне нужно, это победа. Но вы должны все время понимать, что должно случиться в результате. И смотреть туда. Не смотреть не вот очумевшими глазами, а понимающим взглядом. Где мысль-то в глазах?